Батя гнида нахуй. Гандон. Фу, пятерка нахуй. Пиздец, ты агрессивный. Да пошел ты нахуй, да сука, первый, но это голяк. Первый. Гнида, можно на нее. Они там сидят. Они идут. Бля. И всем-всем большущий привет, мои дорогие друзья. И в данном видеоролике мы будем развиваться от полного нуля до full 6. Да, и хотел я вам напомнить, что идет набор в клан, критерий 2КД от 13 и 14 лет, активность в группе и частые браки, ТДМ-турниры и многое другое. Поэтому ссылочку я оставлю обязательно в описании. Ну, а если у тебя нет лута, ссылка на мой магазин вещей обязательно в описании. Ну, а самое вкусное я оставил именно в конце данного видеоролика. Надеюсь, тебе понравится. Ну, а мы приступаем к нашему видеоролику. На балансе у нас 0 метровалюты. Мы не можем использовать ежедневный верстак. А также инвентарь у меня полностью пустой. Поэтому для начала мы уже идем в соло против сквадов. Уже на вторую карту, где мы и будем начинать развиваться. Заспавнились мы, получается, возле школы. Идем сразу же убивать босса. Ну, сами собой у меня ничего нету. Только вот этот пистолетик. Поэтому, ну, будем убивать сперва ботов, а потом уже с накопленных патронов мы заберем босса. Ну, есть один нюанс, что на школе я буду не один, поэтому придется принимать людей. Так, бежим сразу к контейнерам. Мне нужно забрать бота, чтобы уже быть фул двойкой и какое-нибудь любое оружие. Ну, а не пистолет этот. Первого бота мы забрали. Томпсон и второй шлем. Ну, как я ожидал, что у меня будет сквад типов пушить именно через контейнеры. Ну все, полетели их принимать. Давай сюда. Одного забрал. Вот он стоит. Ну давай, брат. Лови. Сюда! Со, последний. Так, это второй. Давай, 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 лезь сюда. Ну давай, лезь. Вот он. Вы видите эту голову, блядь? Не знаю, но он, наверное, думал, что если одену чистую броню, то будут стрелять по броне, а не по голове. О, кстати, малая аптека мне нужна. Я не знаю, хватит у меня или нет, чтобы забрать босса на школе. А на ружке уже стрельба. Да! Больно! Что? Мне уже половина хп осталось. Дай откилиться, брат. Блять, Молик. Что? А как я буду убивать босса во второй броне, я не знаю. В целом, у нас уже есть второй сет. Полетели уже во вторую катку. Заспавнились. Мы уже опять возле школы. Побежали убивать нашего босса. Пришлось продать вектор, чтобы купить патроны. Вот попробовать как-нибудь обойти ботов, которые справа меня. Ну, они меня вроде не трогают. Вот сейчас надо побегать, поискать патроны с ботов. Так, уже есть. Чтобы мне уже хватило патронов забрать босса. На этот раз надо немного быть поаккуратнее с этим боссом. Так, уже половину хп я ему снес. Не надо! Убивай! Все, мы его забрали. Фиолетовый. Так, фул 3. И АВМ улучшенный. Идеально, стоимость у нас имеется, чтобы уже пойти на третью карту.
Поэтому давайте перед началом уже пойдем на рожок и убьем еще одного босса. Я уже на рожке. Чей-то труп. А у меня типы. Да, двойка. Одинок. Боже, зачем я взял авик? Я такую дичь сделал. У нас уже имеется вот такой вот вкусный сетик. В целом, ну, нам уже хватает, чтобы уже пойти на третью карту. Заспавнились мы примерно где-то здесь. Предлагаю закрыть типа, который заспавнился спереди меня. Да, у меня спереди. Продемал! Забрал! Идеально! Ой-ой-ой! Пятая броня! И второго мы тоже забрали. Так, армейский жетон, у нас его ничего не упало. Все, мы два спавна уже закрыли. В целом неплохо. Я думаю, в принципе, чтобы не терять тайминг, побежали уже сразу на рожок. И там уже мы будем отыгрывать. Со стыкпита у нас вроде бы никто не идет. А на рожке у нас уже стрельба. А-а-а, он на вышке сидит. Я понял. Ну давай спускайся. А-а-а! Там два типа. Один, я как понял, он на вышке. А второй на рожке. Не, он на меня прыгать не собирается. Да ну нахер! А, у меня еще тип! Брат, ты дерганы немного. Сталика мы забрали! А, фиолетовый сталик. Бля, ну тот вылазит и собирается, который на вышке сидит. Не, он вообще не собирается. Не пикаться, ничего, он просто сидит. Он вообще без брони. Полетели уже в следующую катку. Заспавнились мы, как и тогда, только у меня типок и спереди, и сзади. Проще говоря, я в центре. И поэтому мне надо закрывать вот этого вот типа. Первым делом побежали закрывать типа спереди. Потому что он будет перебегать сразу направо. Продемал. Успокойся, брат. Сюда. Шестой рюкзак. Шестую броню одел, а шлем-то нет. Побежали уже на стыкпит. Да, люди на месте. Только я не понимаю, где они пальцы. Где-то спереди. Чё-то я вообще никого не вижу. Граники летали тут, а людей вообще нет. А-а-а! Что за бред? Я, конечно, все понимаю, но... У меня уже идеально хватает стоимости, чтобы уже пойти на пятую карту. Заспавнились мы возле ратки. Соло против сквадов. Уже шестым рюкзаком у меня идеально хватает, чтобы пойти уже на пятую карту. Побежали тогда уже сразу в метро. Ну, в целом я уже фулл 5. У меня не хватает только пятого шлема. И уже все идеально. Ну, как сказать, у нас же развитие не до фулл 5, а до фулл 6. Ну, поэтому... В целом, мне не хватает полностью брони.
Вроде бы не опоздал. Никого нет. А телега у нас. Да, у нас телега на месте. Как я понял, на Радку у нас никто не идет. Но есть один нюанс, Радки-то у меня нет. Я думаю, можно, в принципе, в спину к ним зайти. Я вот не понимаю одно. Где все типы? Никого вообще нету. Снизу тоже никого. Я не знаю, может спуститься вниз? Может они там где-то сидят? Я не знаю, где они. Вот реально никого нет. Да, вон он! Снизу бегает! Видать, сольник. Но он меня тоже услышал. Давай, давай сюда, братик, давай. Но я уверен, что он будет через дорогу перебегать ко мне. А, он у меня? Куда он убежал? Забрал! А, он тоже без шлема бегает. Шестёркой пицца. Вы поняли что-нибудь? Я только одного типа нашел и все. А-а-а! Они у меня на горе! Ну что, побежали их закрывать? А вот он сидит! Ебать ты гнида нахуй! Гандон! Фул пятерка нахуй! Вообще голяк! Ты агрессивный! Да пошел ты нахуй, да сука! Первый, но это голяк! Первый! Ля, я не могу. Как я понял, его тиммейт где-то рядом бегает. Но у меня есть догадки, что его тиммейт засал и просто бросил, убежал. Ну не, его рядом нет, он куда-то смотался. Надо вот заскочить на PowerPlant, чекнуть, есть ли там босс или нет. Да, босс у нас на месте. Идеально. Фулл 5 и МК-12. Шлем я сразу заберу. Но в целом, кроме шлема, мне ничего отсюда не надо. А на Гарнете у нас вроде никого нет. Я не понимаю, куда все подевались. А в кого он стреляет? Как бы это тупо не звучало, но за всю катку я встретил только одного типа и все. Побежали уже тогда сразу на школу. Не, ну это реально бред. Один тип за всю катку. А, у меня люди. Если сбавится, там вроде двойка. Да! Они там сидят! Они идут! Бля, мама! Я просто хотел кинуть флешку! Я не знаю, может их побатить? Давайте сюда, парни! Ко мне! Как я понял, я им не интересен. Да если они не опять под лестницей сидят. Подожди. Иди нахер! Я его увидел. Блять, они даже на меня не падают. Они не пушат, они вообще ничего. Я понял. Давай, давай, давай. Ко мне. Прыгай. Бля, вы чё, угораете? Бля, что с ним не так? Я вообще... Обычно пушат меня. А тут как-то, я не понимаю, они меня вообще боятся. Идеально! Досиделся, братик! Золотой! Лови! Только попробуй залутать. Давай. Давай, пусть! Я не оставлю просто так.
Ну а может я залутаю там, ну ты не против? Ну и куда ты вниз спустился? Ой. Слушайте, а глазком нормально летит? Что там? Ой! Броня! Авик! Самое главное, каску заберу. Блин, я не понимаю, какими обедцами он пользовался. Там вообще они вообще не работают. Брат, я успею в магазин сходить, пока ты меня запустишь. Ой, какая щедрость! Даже боссов не оставили. А, я понял, где он. Вот мне авик этот вообще покой не дает. Прям вот чешутся руки. Давай, давай. Давай сюда. Ко мне. Давай. Самое главное. Что? А, ну. Я понял. Ну, кстати, МК-шка вышка. Вот за это вот прям идеально. Ну, в целом у нас вот такой вот инвентарь. Не хватает только 6-го шлема. 5-ю броню рюкзаки можно продать. И уже можно взять 6-й шлем. А что самое интересное, я не понимаю, зачем во время файта за коробками он хилился? Мне вот интересно стало, канава открыта или нет? Да, не открыта! Давайте мы ее еще откроем. А, время до возвращения уже 300 секунд осталось. Тапаем граффити. Объектив и планшет. Ну, все идеально. Думаю, наш шлем 6-й нам точно уже хватит. Ну что ж, оформляем уже на выход. И выносим мы. 1 400 000 метров валют. Вот такой вот у нас уже сет имеется на данный момент. Вынесли мы примерно столько всего. Осталось продать все лишнее и купить 6-й шлем. Продаем 400 000 уже в кармане. И, ну, 5-й шмотки. Самим собой тоже на продажу. И 1 6-й рюкзак. Все. Хватает уже на 6-й шлем. Покупаем. Идеально. Ну а данный видеоролик подходит к концу. Если тебе нужно будет сопровождение шмотки в начале сезона, ссылку на свой магазин вещей я оставлю в описании. Также все, мы уже челлендж выполнили. Всем до скорых встреч и пока-пока. Audio Jungle.